Всем привет, друзья, вы на канале Big News. Казахстан может похвастаться множеством талантливых артистов, многие из них прославились далеко за пределами родины. Сегодня я представляю вашему вниманию подборку знаменитостей, которые хорошо знакомы не только казахстанскому зрителю, но и за рубежом. Иман Бек. Получив Грэмми, скромный диджей из Аксу стал звездой как в Казахстане, так и во всем мире. Иман Бека пригласили на шоу с Иваном Ургантом и в Comedy Club. Многие зарубежные артисты стали записывать с ним новые треки. Среди них были Моргенштерн, Рита Ора, Шерл Ллойд, Шон Пол и София Рейс. Данелия Тулешева. Юная звезда получила призвание за рубежом, будучи еще совсем ребенком. В 17 году 11-летняя девочка победила в конкурсе «Голос дети Украина». Спустя год она принимала участие в международном конкурсе «Детское Евровидение». А в 2019 году Данелия стала первым ребенком, удостоившимся Евразийской премии. А вот на шоу «Americans Got Talent» казахстанка просто ошеломила членов жюри своим великолепным голосом. Как не могла. Назима. Назима Джанибекова увлеклась музыкой еще в раннем детстве, участвовала в разных музыкальных конкурсах и фестивалях. Однако настоящая слава к ней пришла после того, как певица поучаствовала в шоу «Песни» и начала работать с Black Star. Назима как-то призналась, что всегда чувствовала зависть от девчонок, а вот от мальчиков – внимание. Сейчас поклонники артистки, которые называют ее «восточной принцессой», с нетерпением ждут новых песен. Арман Давлетяров. Известный медиа-менеджер, уважаемый и любимый в музыкальных кругах, много лет возглавлял Муз-ТВ. Однако в этом году Давлетяров внезапно ушел с поста гендиректора. И теперь Арман Илюбаевич работает над записью собственного музыкального альбома. Ранее он посвятил песню Казахстану. Джа Халиб. Бахтияр Мамедов стал известен в соцсетях благодаря своим романтическим трекам с запоминающейся мелодией. В 2019 году он стал лучшим музыкантом по версии пользователей ВКонтакте. Развивая же свое творчество, певец переехал из Алматы в Москву, а затем в Киев. В начале этого года стало известно о женитьбе Мамедова. Так меня занесло в оптимист. Я просто никогда не видел чистый путь. Скриптонит. Известный казахстанский музыкант получил признание у Аллы Пугачевой, которая назвала его своим любимым акыном и выразила ему свое восхищение. В начале апреля альбом «Скриптонита» оказался на первом месте российского чарта. А еще стало известно, что «Скриптонит» может возглавить собственный музыкальный медиапортал. Я не предлагаю трахать животных, я предлагаю жрать людей. Вот что я предлагаю. Нурлан Сабуров. Известный комик принимал участие в самых различных шоу, в том числе выступал в КВН. Веселый парень с острым языком давно покорил не только казахстанских поклонников, но и российских зрителей. Кроме того, Сабуров покоряет фанатов своей выдержкой. А недавно юморист удивил поклонников боксерскими навыками. Димаш Кудайберген. Об истории Димаша, ставшего любимцем казахстанцев, китайцев и поклонников из многих других стран, знают все. Восторженные фанаты называют его принцем и властелином своих сердец. В 2019 году он стал певцом года в России. В феврале этого года певец удостоился золотой кнопки от YouTube, приобретя более чем миллионную армию поклонников на видеохостинге. А всего несколько дней назад в Беларуси завершился Славянский базар, где Димаш был почетным членом жюри и гостем. Ну и конечно же, Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2021 года», который пройдет с 19 по 25 августа в городе Сочи. А напишите ваше мнение в комментариях, кого можно добавить в данный список. Ну и конечно же, здоровья и всего вам доброго.